Всем привет, и мы продолжаем игру «Мой говорящий Том», и в прошлой части для нашего котика я купил забавную гавайскую рубашку. Сегодня мы будем опять же покупать всевозможные одежды для нашего котика, играть в разные игры, но пока давайте-ка я отведу его в туалет. Итак, попробую закрыть ширмочку, не срабатывает, ничего страшного. Так, здорово, и да, обратите внимание, друзья, у нас 11 уровень. Вот котик хочет покушать, ну, прежде чем это сделать, давайте-ка все-таки я его покупаю. Вот, опять же, заработаем за это монетку. Вот, отлично. Итак, хочет особый напиток и особые кексы. Ну, посмотрим, что сейчас у нас доступно в холодильнике. Итак, еда. Что у нас сейчас доступно? Итак, доступны только фрукты, вот овощи и как бы все. Да, друзья, есть завтраки. Вот такие вот забавные завтраки. Кроме того, можем купить зелень, но какие-то они все гемы. И особые вкусняшки, но они тоже за гемы. Пока я тратить гемы не буду. Вот лучше пока купим что-то на завтрак, что-то вкусненькое. Итак, покуплю я ему сегодня круассанчик, вот и пирожные. Вот этим и покормим нашего питомца. Так, смотрите, какой прикольный круассанчик. Да, у меня из прошлого раза осталась тарелка овсяных хлопьев. Давайте-ка дадим вначале хлопья. Вот, по-моему, ему даже понравилось. Вот, неплохо. Вот, дадим круассанчик. Вот, и я вижу, друзья, посередине у нас вафли с чем-то похожим на крем и малинкой. Вот этим сейчас и покормим нашего Тома. Супер. Кстати, что-то попить нету для нашего котика. И что мне удивительно, в магазине тоже нету никаких напитков. Что, мне кажется, очень большой недостаток. Вот. Кроме йогурта ничего особого и не вижу. Итак, смотрите, что ж, только овощи, фрукты, и в завтраках тоже ничего нет, только йогурт из жидкости, и то он же как бы густой. Вот что ж, что можно, то дам нашему котику. Итак, еще дадим йогурт, и уже насыщенность нашего котика 68%. Это что, что еды практически не осталось? Ну что ж, дадим тогда инжир, и на этом остановимся. Супер. Ну что ж, друзья, переходим сейчас на главную страничку. Вот, в гостиную. Погладим нашего Тома и переведем котика на 12 уровень. Вы видите, осталось совсем капелька. И да, наш кот Том становится 12 уровня. Просто великолепно. Здорово. Вот и наша награда 100 монеток плюс кепка со спиннером, спортивная гостиная, галактическая гостиная и спортивная спальня. Ну, давайте-ка, друзья, я вначале посмотрю, что себе является спортивной вот, гостиной. Итак, смотрите, предлагает нам помешать спортивный крестный мешок за 300 монеток. Вот немножко дороговато, посмотрим, что еще здесь есть. И да, желтая галактическая палуба бесплатно. Вот, коврик футбольный поле без, за 80 монет, за 88 монет, в принципе, можем купить недорого. Ну и вот спортивные ворота я пока покупать не буду, слишком дорого. Вот спортивные синие обои можем купить, вот тоже не особо дорого. Спортивная картина, нет, покупать не буду. 220 монеток все-таки дороговато. И да, давайте-ка перейдем в гардероб. Вот посмотрим, что здесь у нас есть. Итак, что за кепка со спиннером? Ого, целых 7 кристаллов стоит. Хм, трудно сказать, друзья. Нет, пока покупать я кепку со спиннером не буду. Но опять же, если вам это интересно, напишите отзывы в комментариях, и я куплю. Да, что у нас дальше есть? Футбольная форма 660 монеток. Этих денег у меня нету. Вот, что еще есть? Костюм золотого дракона. И да, давайте-ка я пойду в другую сторону. Возможно, что-то мы подберем. Вот, итак, теплый комбинезон, костюм рэпера. Вот, кстати, костюм рэпера можем активировать достаточно неплохо. Вот, говорящая Анжелы Дизан. Вот, ну, будет у нас сегодня котик рэпером. Кстати, смотрите, костюм выходного дня тоже неплохой, неплохой костюмчик. Правда, 330 монет стоит, либо звездную пижаму. Вот, костюм дроида пока не буду покупать. Ну, давайте-ка, друзья, остановимся сегодня в костюме рэпера. Вот такой прикольный, классный. И начнем выполнять всевозможные миссии. А первая миссия дня – это разбить кирпичики. Вот, давайте-ка я сейчас попробую разбить этот кирпичик. Вот, ну что ж, первый блин не комом удалось уничтожить. Вот сейчас попробую уничтожить и этот сундук. Замечательно. Итак, стреляем тремя шариками. Вот сейчас попробую уничтожить и вот этот сундук. Ну вот, получилось, отлично. Вот, остается несколько сундуков. Попробую вот как-то вот сюда сейчас
задать шарики, чтобы у нас уже было 4 шара. Вот, смотрите, как здорово. Вот, великолепно. Итак, еще попытка. А ну-ка, ну-ка, вот так. Ну, вот так давайте-ка. Да, 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 да. Ну что ж, друзья, вы видите, первый ключ мы собрали, в принципе, без особых проблем. Сейчас я хочу попробовать еще вот уничтожить вот этот сундучок. И, в принципе, на этом, думаю, будем заканчивать. Вот. Так, смотрите, как здорово. Ну, в принципе, здорово. Итак, сколько монеток нам удалось заработать? 4 монеты плюс ключ. Ну что ж, неплохо. И да, вот моя любимая игра «В путь». Вот сейчас, или «В дорогу» она называется. Вот, пока пауки там идут, вот я прошел. Да, попробую заработать побольше монет. Кстати, не забываем собирать монетки. Вот, вот так, подождем, пусть пройдут пауки. Пробежали вот железную дорогу. Подождем, пока пройдут. Вот так, здесь стрелы или что? Пауки. Вот, можно было бы пойти. Отлично, побежали, побежали. Вот, не забываем за монетки. Отлично, прыжок, 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 супер. Вот, кстати, еще и по крокодильчикам сейчас пробежимся, вот так. Вот, осторожно, стрелы. Вот, отлично, бревна. Вот, давайте-ка я как-то так. Да, вот, получилось. Ну что, супер. Вот, еще прыжок на бревно. Да, вот так. Уже переживал, что не будет бревна, нет, все получилось. Отлично, скорпионы, аккуратненько проходим. Попробую, друзья, сегодня сделать рекорд в этой игре. Вот, отлично. Итак, множество скорпионов, но мы пробегаем и попробуем сейчас взять очередную монетку. Прыжок на крокодила. Вот так, супер. Так, ай-яй-яй, друзья. Вот, лишний раз кликнул и нарвался на паука. Вот, ну что ж, друзья, удалось собрать 11 монет, но рекорд я не побил. Мой рекорд 133, как видите, вот не удалось, не удалось. Что ж, тогда давайте-ка отправимся в дорогу. Опять же, одна из моих любимейших игр. Вот, сразу же активирую ускорение, чтобы по максимуму проехать. Итак, обратите внимание, рекорд у меня в этой игре 349 кубков. Сегодня мы попробуем побить. Опять же, у кого какой рекорд? Жду от вас отзывов и комментариев. Ну а пока движемся вперед и собираем монетки. Супер, да, третий ключ собран. Третий ключ собран. Вот, замечательно. Итак, звездочка. Вот, отлично. И еще вот так. Супер. Продолжаем движение. Вот, ускорение пока не буду брать. Уже начинается быть слишком опасным. Поэтому лучше аккуратненько будем ехать дальше. Супер. Вот так. Отлично. Вот, берем звездочки. Берем ускорение. Вот, просто-просто замечательно. Да, супер. Вот, смотрите, друзья, как классно у нас получается. Вот, движемся дальше, собирая очередную звездочку. Вот, супер, и еще вот так. Итак, больше 100 кубков уже есть, это хороший результат. Но у меня 349, то есть еще надо в 2 раза больше собрать, чем мы собрали. Вот, ну, в принципе, уже понемножку 150 кубков набрали. Это радует, но впереди еще... вот практически чуть меньше 200 кубков еще надо собрать, чтобы побить рекорд. Так, буду стараться, но не факт, что у нас это получится. Так, отлично. Пока идем достаточно неплохо. Уклоняемся. Да, зашли в туннель. 200 кубков. Итак, еще 150 кубков. И у нас будет рекорд. Да, да, да. Смотрите, удалось взять замедление. Вот, это радует. Вот, очень сложный маршрут. Много ящиков. Ай-яй-яй. Не сработал свампик, друзья. Не виноват. Не виноват. Пытался вот свампнуть. Не получилось. Ну что ж, друзья. Следующая миссия. Итак, только вверх. Вот прыжок. Вот опять же попробую побить рекорд в этой игре. Как видите, подсказочка. В этой реке, игре у меня рекорд. Ай-яй-яй. Ну как так? Как так, друзья? Итак, я не сумел. Я не сумел даже взять ключа, поэтому давайте-ка еще раз переиграем. Вот, буду стараться аккуратнее. Вот, кстати, смотрите, вот этот красный квадрат исчезает. Вот, поэтому надо быть особо осторожными. Вот, отлично. Вот так. Хорошо. Сейчас, кстати, возьмем магнит. Да. Вот. Итак, четвертый ключ собран. Но я пока не буду вот,
пока продолжаем миссию, то есть попробуем... Ай-яй-яй. Фу. Чуть не упал на что? Вот, продолжаем миссию только вверх. Вот, и... Да-да-да, ой, опасно, пошли колючки. Вот, но все же буду пробовать двигаться вперед. Да, есть, смотрите, друзья, есть, удалось побить рекорд. Вот, была такая вот забавная линия, и сейчас мы напрыгнем на батут. Вот, просто фантастика. Ай-яй-яй, не достаю для кошеля с монетами. И, кстати, как нам не задеть колючки? Ай, друзья, задел колючки, к сожалению. Итак, новый рекорд. 18 493 единицы плюс 20 монет и ключ. И как бы сегодня мы с вами все миссии выполнили. Давайте откроем. И наша награда, вот кувшин с превращением. Благодаря этому кувшину наш котик может превращаться вот в другого кота, либо в другого какого-то кота-монстра. Вот. Ну что ж, достаточно здорово. Давайте поиграем еще с нашим котиком. Да, что-то ему не нравится. Вот так, да. Да, вот так. Да. Кстати, обратите внимание, сейчас звездочки. Но раньше была фишка, когда на него падала пианино. Интересно, есть ли сейчас это? Да. Есть эта фишка, как видите, падает пианино. Ну, вот такой вот забавный... Забавная анимация. Кстати, что у нас висит? У нас еще висит, что в гостиной мы можем взять спортивный газон. Нет, не буду, друзья, его покупать. В принципе, я считаю, мы сегодня сыграли достаточно неплохо. Вот, ну, давайте еще сыграем какую-то мини-игру. Вот, и на этом закончим. Да, друзья, смотрите, вот игра, где бежал Том вперед, называется «Побег Тома», а где ездили на машинке в дорогу. Так, чтобы нам такого интересного сыграть, вот, давайте-ка, друзья, я сыграю башню из картов. Вот, попробую сегодня еще побить рекорд и в этой игре. Ай-яй-яй, как-то не очень здорово пошло. Ай-яй-яй-яй, ну как так? Ну, не знаю, друзья, не пошло сегодня. Вот, не пошло что-то. Начал немножко спешить и делать ошибки. Ну, вот сейчас как бы неплохо. Вот, сейчас буду стараться не делать ошибки. Так, да. Множество ошибок. Не уверен, друзья, что удастся мне сегодня побить рекорд. Вот, ну что смогу, то сделаю. Так, очень-очень много ошибок, к сожалению. Нет, точно не побит рекорд. Ну, а какой результат? Счет 43, рекорд 65. Ну, 14 монет, в принципе, заработали. Уже неплохо, уже здорово. Итак, давайте еще побьем пинату. Вот, посмотрим, какие интересные призы из нее выпадут. Итак, одну уничтожили, вторую уничтожаем. Вот, и третью я уничтожаю. Вот, и за это нам, скорее всего, пойдет награда. Да, смотрите, есть награда, но награда вот только если мы просмотрим видео. Видео я не хочу смотреть, вот чтобы не утомлять. Поэтому как бы сегодня на этом давайте-ка уже с вами будем прощаться. Всем пока-пока. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Кстати, нельзя ли лететь в путешествие? Давайте-ка я попробую. Нельзя, друзья, нельзя. На моем канале есть видео, где я посетил все страны. Ну, а сейчас не хочу подключать интернет, чтобы не было рекламы. Что ж, тогда давайте-ка сегодня на этом уже с вами прощаться. Всем пока-пока. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите в отзывах, в комментариях, понравилась ли вам сегодняшняя игра. Вот. И прошу поддержать видео лайками, комментариями, подписками. Всем пока, друзья, до новых встреч. Yeah.